не имело смысла, да, рисковать. Тем не менее, Макс в составе. И вот уже на первой же минуте Максим Чижков делает голевую передачу на Артура Папортного. Ну и лучший баскетболист пляжного футбола. Сейчас забивает пятый мяч в исполнении Кристалла в этом матче. Артур Папортный, как всегда, в своем стиле отпраздновал.